С утра до вечера кипит работа на Волжском шоссе. Это участок дороги от улицы Демократической до Московского шоссе. Трасса входит в альтернативный маршрут движения к стадиону «Самара-Арена» в период чемпионата мира по футболу. Ремонтируют ее по госпрограмме «Безопасные и качественные дороги». Работы ведутся по графику. В принципе, все нормально. В этом году объем финансирования составляет 215 миллионов рублей. За качеством ремонта постоянно отслеживает куратор министерства, и лаборатория министерства проверяет качество асфальтобетона. Чуть более 3 километров Волжского шоссе отремонтируют капитально. Дорогу в некоторых местах расширят. В каждом направлении будет 2 полосы. Стройка идет по принципу слоеного пирога. Песок с арматурой, щебень и 2 слоя асфальта. По краям и по центру трассы установят барьеры. По периметру сделают освещение, тротуары, велодорожки. 6 остановок, появятся дорожные знаки и светофоры. Основные виды работы должны закончиться до 31 октября. Соответственно, я думаю, что мы постараемся даже пораньше уложиться. Сроки. В этом году на ремонт дорог в Самарской области будет направлено более 4 миллиардов рублей, чуть больше 2 из областного бюджета, остальные из федерального. Самара за счет этих средств отремонтирует 46 дорог, в том числе 2 регионального значения – Красноглинское и Волжское шоссе. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.